Анонс, и точно до выхода, третьей серии турецкого сериала «Далекий город». Третья серия сериала выйдет в эфир 25 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Алия оказывается в крайне непростой ситуации. После того, как выстрелила в Джихана, ей приходится спасать жизнь мужчины, так как она является медиком. Однако его мать не намерена так легко прощать девушке то, что она вытворила. Она говорит, что если Алия покинет их дом и заявит на них, то в тот же момент и на нее будет написано заявление о том, что она стреляла в Джихана. Алия понимает, что это ловушка, из которой ей не выбраться. И потому намеревается просто сбежать, оставив весь этот ад где-то позади. Она забирает сына и отправляется из этого дома. Однако ее не спешат оставлять в покое. Ее сына хотят забрать. Ей приходится драться за то, чтобы спасти своего ребенка. Во время драки мальчик убегает в лес. Третья серия сериала выйдет в эфир 25 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.